красоту покажу. Тут все в воде. Вода, 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 вода. Болотина. Болотина, короче. Я так еще и не дошел до самого низу. Четвертый день я туда ползу. Где-то вон этот тарабанит на букву. Ну, дятел, одним словом. Ну, работа у него такая. Ну, я не пойму, не пойду к нему. О, какой выворотень. Длиннющая, ё-моё. Это все поломало ветром. Пришел оттуда. Пихточки какие, елочки, сосеночки. Четко. Короче, спускаемся с этой мочежины. Тут нифига нету. Вот такой этот лог. Я прощаюсь с ним. Вон Серега орет мне. Я иду вниз. Вот по такой вот низине. На самом низу я почти. И все-таки я дошел. Оказывается. Оу! Миша! Я тут! Потерял друган меня. Минут 20 молчал. Может, больше. Видать, там колбишка хорошая. Ну, вообще-то, когда хорошая и много ее, он сразу орет, как белуга перепуганная. Иди сюда! Ну, а как? Надо набрать быстрее, да сваливать отсюда. Мы вчера уж 8 часов домой нарисовались только. Ну, здесь еще она вообще мелкая. Ну, вот она. Только вылазить начинает. Вот так вот. Пойду вот сюда подойду. А тут что? Сперёд тебя кто-нибудь, красавица? Или ты сама рухнула? Где тут змеи-клещики? Это сушняк такой здесь лежит. Длиннющий. Ну что, я пакетик опять хапнул. Вот такой вот. Потихонечку, не спеша. А не, она сломалась. Сломаналась. Или да, лопнула, треснула, обломилась, сломалась, рухнула, плюхнулась, упала, ветром сдуло ее. Ну, что-то с ней было. Все, тут нет нифига. Надо вверх ползти. О, а тут все. Вот вон какой ручей вообще большой. В нем поди уж хариус булькается. Вон туда пойду схожу. Все-таки охота пакет брошу здесь. Вот так вот. Вон красный вдоль ручья, я мимо не пройду. Так, здесь оба-на. О, здесь вообще большая речка. Речка, речка, ручеечек. Вот сюда вот я хотел к этой к мочежине подойти. Не имется все-таки мне вниз, не имется. Приду, сейчас посмотрю и назад пойду. А что делать? Вот так вот здесь. Что-то как-то мутно показывает. Там поди у меня. Это... Камера запотела. Сейчас я ее протру. Сейчас я ее протру. О,
Ну-ка. А, непонятно, это солнце еще. Ну-ка, вот так вот вверх, если смотреть. Нормально все. Кедруха. Йоколэмонейка. Кедрочка. Вот такой кедр попался мне. Какой красивый. Елками, пихтами весь огородился, спрятался. Ну-ка, тут что у нас? Пойду-ка я схожу до ручья. Плюх! Обалденно. А тут глубоко. О, в сапогах. Я в болотниках. Почти по колено. Ладно, хватит тут ползать. Кедрушка. Она мне нравится. Почему-то. Все, пошел я. Короче, здесь можно ходить. Ух ты! Прошло что ли то? Ну да ладно. Так, вон мой пакет. Не тудой. Опачки! Где тут бивни мамонта? А там березяки. Ладно, все, отключаюсь, побежал я к Сережке. Днем есть уже. Четвертый день похода за колбой окончен. Вот. Пакет и маленькая тележка. И маленькая пакетка. Все. Сергозы у меня там еще косит. Поднимаемся и до дома. На сегодня хватит. Прогулялись. Хорошо. Сейчас солнце вон где. Сейчас опять будет там глазки светить всю дорогу. Ну вот так. Всем пока.